Друзья, хочу показать, как вообще народ стрижется в Китае. Смотрите, какая челочка классная была. Вот чувак тоже прикольный сидит, у него такой грибок. Тут вот какие-то ребята тоже прикольные сидят. Короче, как-то у них на головах все скучно, если честно. Могу я вам сказать. Это мой комментарий по поводу того, кто как здесь стрижется. Это в метро, на улице. Это в метро, да. Ну вот в метро самое интересное смотреть, конечно, у кого чего и как на головах. Ну это такое короткое видео. К моему большому видео, которое я потом все скреплю и сделаю одно большое. То есть по минутке, короче, все вам записываю обрывками. Так что продолжаем ехать дальше в метро Гуанчжоу.